Возведение детского сада в микрорайоне Новая Ильинка идет по графику. В этом смог убедиться глава администрации областного центра Александр Кузьмичев. Строительство здания дошкольного учреждения в новом жилом микрорайоне началось осенью прошлого года. За это время выполнены основные работы. Стены уже отштукатурены, установлены оконные блоки. Осталось выполнить отделку фасада, завершить внутренние отделочные работы и провести коммуникации. Напомним, что строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор за счет собственных средств разработал проектно-сметную документацию. Средства на строительство выделены из муниципального и регионального бюджетов. Ну, согласно контракту, мы должны сдать детский садик в сентябре 2014 года, а уже сдать его в эксплуатацию. То есть он должен пройти все инстанции и принять первых детей в сентябре этого года. Вот. Сейчас работы ведутся согласно утвержденного графика, то есть в июле месяце мы сюда уже пустим администрацию детского сада, здесь будет уже смонтировано все оборудование, и садик начнет подготовку к приему детей. Детский сад в микрорайоне Новая Ильинка – не единственное новое дошкольное учреждение, которое возведут с нуля. В планах городской администрации построить современные детские сады сразу в нескольких микрорайонах города. Только за счет появления новых, оснащенных всем необходимым зданий, можно будет разрешить проблему с местами в дошкольных учреждениях. Мы не стоим на месте. У нас сегодня идет еще строительство нового детского садика на улице Акуловой. Строится будет новый детский сад в микрорайоне Авдотина. И проектно-сметная документация разрабатывается на один детский сад, который будет в центре города и на сортировке.